Привет всем. Иду уже на обед домой. Что-то у нас сегодня, наверное, экскурсии детские. Сегодня очень детей наверху много. Тут у нас был замок, ходит. Слышим детские голоса по всему. Машину сегодня не было рядом с работой припарковать негде было. Поэтому немножко подальше. 5 минут. И то даже нету, все рядом. Такой вот у нас туннель. Кстати, вот тут, вот в этих камнях, говорят, типа раньше хоронили. Солнце светит. Я очки, как всегда, естественно, дома оставила. Ой, сейчас придут, салатик наверну. Майонез надо добавить. И что еще у меня в меню было? Что-то еще. Не помню. Ну, сейчас посмотрим, что у меня там есть. А на сладкое вообще ничего нету, блин. Никаких вкусняшек. Я уже отработала, и как обычно после работы по пятницам и субботам приехала на пляж прогуляться. У нас с утра была такая погода классная, а сейчас что-то опять все затянуло. Полотенца мои там сохнут. Я почему-то вчера не передавали, да уж на ночь. Чего ты? Там собака какая-то типа воет или бугабаков. Вот, ну и поэтому я полотенце-то рабочее и не спрятала никуда. А потом где-то часов 10 гляжу, дождик идет. Думаю, ну блин. Хотя вот мое белье там, которое дома высохло, я уже новым повесила. Сейчас приеду, сниму, на ночь не буду оставлять. А полотенца рабочие все сырые, присырые. Конечно, там в закутке-то они где высохнут. Блин, собака, что ты там гавкаешь и воешь? Кстати, много народу здесь ходит, гуляет, знаете? Достаточно. Там прям вот такие огромные собаки, черные. Мой Чарли почему-то не любит черных собак. Да замолчи ты. Что ты там гавкаешь еще? Скучно ему, наверное. Вот и все. Здесь выращивают всякие помидоры и потом продают. Но это не теплица, ничего. Вот, кстати, очень вкусные помидоры, потому что они именно вот, как говорится, не тепличные, да? Настоящие. А что, чем я буду заниматься сегодня? Я буду собирать чемоданы. Да, один. Мы на эти выходные, а точнее воскресенье утром, 6 утра, наверное, выезжаем. На 3 дня. То есть во вторник мы возвращаемся. Куда мы уезжаем? Уезжаем мы в Барселону. Да. Я как-то вам говорила, что у меня там хандра, ля-ля-ля, тополя, осенняя, что-то хотелось, каких-то перемен. Ну и недолго думая, я себе забронировала 2 ночи в отеле. Поедем смотреть горы Монсеррат. То есть мы в саму Барселону не поедем. Там 50 километров до нее, я в Барселоне уже была. И как-то мы были в Барселоне и проезжали мимо этих гор. И то есть муж говорит, поехали, там, знаешь, как красиво. Ну, блин, за час там все это не посмотришь. Я говорю, ну и зачем время терять? Блин, шла, ветра не было. Сейчас откуда-то ветер взялся. В общем, недолго думая, я здесь вот поблизости, и брать отели, там куда-то ехать не вижу смысл, поэтому я люблю спать в кроватке. Ну а туда ехать, чтобы день поедем мы потратим на дорогу, туда ехать 910 километров. То есть это часов 10, а с остановками все 11. Вот. Чтобы один день смотреть и на другой день уже домой возвращаться. Едем с Чарли, едем все вместе, троем. Я, муж и Чарли. Ну куда мы без Чарли-то? Я и так без него, я никуда. И мы сидим дома, как дураки, никуда не едем. А это, думаю, посмотрю отели. Забронировала, позвонила, спросила, можно ли с собаками на всякий случай. Потому что лучше, как говорится, как это, побздеть, чем не добздеть. Слышали такое? Вот. И забронировала. Недели, наверное, 2 или 3 назад, уже не помню когда. И вот, чтобы собрать чемоданы, потому что, знаете, сегодня и завтра буду его собирать. Сегодня соберу основное, а завтра 100% что-нибудь забуду.
потому что надо и Чарли там собрать, его кофточку. Я вообще не знаю, как так, какая там погода будет, потому что по интернету показывают одно, а потом на самом деле другое. Как вчера случилось, было сказано, что не будет дождя, а он дождик был. В общем, не знаю, повезу 3 куртки, 2 пары обуви. Ну, это верхняя одежда. А там-то, господи, там и в одной можно сходить, ничего страшного. Но все равно никто ничего не видеть не будет. Естественно, кроссовки, так как каблуки там не нужны никакие, выряжаться и ходить куда-то только горы. Горы, горы и горы. Ну и монастырь там есть, зайдем. В общем, подписываемся, друзья, будет интересно. Если вам интересны такие рода видео, ну я не только прям буду снимать природу и все такое, что ели, что пили. Вообще на день, когда мы будем туда ехать, собираюсь... Ну, сделать еду, нигде не останавливаться, потому что мы едем вот с ним. То есть, если куда-то покушать зайти, то его надо в машине оставлять. Жалко, жалко. Ну, а там увидим, что почем и как. Но с собой надо еду взять. Это обязательно. Так, что еще сказать? Ну, вот, все сказала. Так что надо чемоданчик собрать. Всякие принадлежности. Интимные трусики, носочки. Чарли взять, ему нужно свитерок, его надо взять. Так что у нас будет такое первое, у него будет первое приключение в его жизни. Но ему по барабану, он в машине привык у меня. Ему 3 недели было, когда мне его принесли. И он у меня с этих дней в машине каждый раз со мной на работу ездил, с работы. То есть в машине он себя чувствует как дома. Дрыхнет. Надо воду ему не забыть. Да, да, да. Да, ты с нами поедешь. А как же, а как же? А как же, конечно. А куда мы без нашего мальчика? Вот такие, друзья. У нас планы. Пять раз все перерыл, искала свитер Чарли. И тут, думаю, все уже не найду. Не знаю, куда он делся. Достал, вот в этой у меня коробке были все мои шарфики. И там оказался свитер Чарли. Та-дам! Такой свитерочек мы ему возьмем. Потом вот такой возьму, если вдруг дождь будет идти. Куртка у него есть. Себе возьму. Это вот шарф, манежка, что как хотите, так и называйте. Вот такой вот. Мне его племянница вязала. Вот с этим. Это на уши. Кстати, я вот видела, многие в магазинах сейчас продаются очень-очень много вот таких повязок на голову. Вот это вот так все делается, чтобы мои ушки на макушке не замерзли. Вот так все это делается. Я в прошлом году ходила в них. Очень удобно, кстати. И вот это вот. Какая я модная девчонка. Еще вот такой есть. Этот пошире. Я их 2 возьму. Потому что, не знаю, погода там 15 градусов. Это холодно. Костюм вот такой возьму. Шерстяной он как... Тепленькие, видите, штаны и свитер. 2 пар носок. Трюселя. Ну, трюселя завтра положу. Сейчас вот так все накидаю. Вот.
средства гигиены и все такое тоже завтра, потому что сегодня тоже дома, и завтра надо будет мыться, наверное. Вот, короче, буду вот так ходить, знаете, что вспомню, положу. Я уже приготовила здесь кабель для... Это нет, это не то. Кабель для камеры. Зарядку не знаю, брать, не брать. У нас в машине есть зарядка, хотя надо взять одну зарядочку. Наверное, вот эту возьму зарядку. Я с собой возьму ноутбук тоже. Вроде бы как отель с Wi-Fi, с Wi-Fi, Wi-Fi, как его называете. Как хотите, так и называйте. В общем, но, наверное, там такой Wi-Fi, что, блин, не знаю, к чему говорю. Загружу, не загружу видео. Если нет, то 3 дня придется ждать меня. Но монтировать все буду. Снимать, монтировать, все дела. Ну, а загружать по мере возникновения интернета. Покупать я ничего отдельно не буду. На 3 дня неохота. Че ты бегаешь? Че ты бегаешь? Ходила наверх, хотела снять белье, но оно мокрое, поэтому не буду снимать. Надеюсь, что дождя не будет. Чарли со мной поднялся, спустился, деловой такой. Хотя темно уже, знаете. А он не забоялся. Тут у нас муха, вот он пытается ее поймать. Где está? Где está? Чарли, где está? Где está муха? Где? Ай, где está? Где? Buscala. Busca. Эй, ай, залетела какая-то зараза 2 раза. Где? Где está? Ай. Aquí. Муха, муха. Ай. Так. А я тебе чем могу помочь? Я тебе ничем не могу помочь. В общем, вот так вот. Я вся в предвкушении. Пойду чай себе налью. У меня там мед есть. Ну, вот такой. Я его уже вам раз 15 показывала. Тут у меня, правда, от него осталось. Хрень да маленько. Мусс в суфле. С малиной. Очень вкусный. С России мне его брат передавал. В подарок. В гостинице. Очень. Я мед раньше не любила, а сейчас очень даже уважаю. Так, сейчас заварю себе чайку. Скорее всего, вот этот конский хвост. Где он у меня тут, конский хвост-то? Блин. Ой. И буду пить чай. Посуду еще надо помыть. У меня такой разгром с посудой. Я еще даже не переоделась, видите? Потому что, говорю, сейчас сяду, все, хрен меня кто поднимет. Я всегда так. Я еще там 2 круга обдала на пляже. Там собаки большие, все с собаками большими, ужас. Прям, не, прям знаете, не пляж, а непонятно что. Раньше, когда люди были, не было столько народу с большими собаками. А сейчас прям ужас. Все бегут к моему Чарли, бегут. Я бегу, 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 бегу. А ложку-то я не взяла. В общем, вот такие вот у нас дела. Вот так вот чемодан бросила там. И сейчас буду, знаете, как сидеть, то надо, то надо. Потому что если завтра я опять после работы, я хочу завтра съездить в Меркадону, купить каких-нибудь вкусняшек в дорогу. И еду. Чарли, еду надо сейчас насыпать и тоже взять в пакетик. Видите? Потихонечку вспоминаю. Доела мед. Налила туда чай. Чтобы он с медом смешался с остатками. А вы так делаете? Я так все банки делаю. Даже, допустим, есть вот шоколадная паста, да? Ну, и раньше. Сейчас уже нету, не ем. Вот, оставалась банка. Я туда наливала молока горячего. Вот так встряхивала. Получалось у меня какао. А сейчас мед вот так вот. И банка чистая. И мед чистый. Ой, и меда нету. Сейчас попью чай. Закончился. Самый вкусный это вот с малиной. У меня там еще есть с мятой. И клубничный. Клубничный вообще у меня заныканный там на черный день. Вот такие вот дела.
сижу такая. У меня, я сегодня ходила в жилетке такой, а у ней вот длинный ворот. Оно такая пряжа толстая, и мне натирает шею постоянно, почему-то с этой стороны всегда, не знаю почему. Сейчас клиентка мне пишет, ну она уже больше подружка, чем клиентка, говорит, а я пришла к тебе в 6 с пироженками на работу, а тебя нету. Я говорю, здрасте, говорю, я же открываюсь с 4 до 6. Она, а я, говорит, с пироженками. Я говорю, ну, на следующей неделе тогда. Хотела посидеть со мной, поболтать. И двери, как говорится, поцеловала. Я говорю, я на следующей неделе тебе морковный торт испеку. И посидим в пятницу. В субботу всегда народу много после обеда. А в пятницу свободно туда перед закрытием. В общем, на следующей неделе будем. Ну, она, наверное, и так на неделе придет укладываться. Потому что она обычно по вторникам, средам приходит укладываться. Ну и вот, видишь, в субботу хотела прийти поболтать. А я уже ушла. Сегодня еще пасмурно было. Я где-то без 10:06 уже закрылась, нафиг ушла. Вот, шлет мне пустые эти. Пустые баночки из-под тортик. Не тортики, они как десерт. Типа этот чизкейк. Я такой покупаю в Меркадоне, очень вкусный. И она говорит, принесла тебе и это, и чаи. Я говорю, ну здрасте, приехала. Она рядом живет, поэтому ничего страшного. Погуляла. Вот такие вот у нас дела. Я чай пью, типа с медом. И все. А нет, чуть-чуть ананасика поела. И все. Может быть, потом яблоко съем. Хотя не уверена. И все. Буду красоту смывать и завтра готовиться. Завтра мне еще нужно машину заправить. Прям вот под, ну, целый бак. Там у меня полбака есть. Он целый бак надо заправить, в Меркадону съездить. Слава богу, свитер хоть нашла. Хотя и без свитера, та собака, она и в Африке. Ну, наш он привык просто к теплу. Если бы уличная собака, да, вот, допустим, соседская, она вон, сейчас его нету дома, он вон на крыше там ходит. Он привыкший уже к такому, ну, прохладе всему. А этот вон, ему, куда, ему вот на одеяло, под одеяло сесть, спит под одеялом, поэтому такие вот дела. Даже сестры мне говорили, что едем. Я сказала мужу, говорю, скажи им, что мы уедем-то. А ему барабану. Ну, а что, он не сказал, а я и тем более. Мы сейчас поедем 100%, он где-нибудь лотерею новогоднюю купит. Не новогоднюю, а рождественскую. Тут же они все с этими лотереями помешанные. Особенно 24 декабря здесь проходит такая национальная лотерея, что там все покупают. Кстати, один билет стоит 20 евро. А если вот их в баре где-нибудь, то 24, представляете? Все равно, блин, покупаем, 5-6 штук всегда есть. И вот если мы туда поехали, то оттуда обязательно нужно привезти лотерею. А вдруг вот нас, это, как говорится, выиграем. Ну, что-то мне, не знаю, не верю я все эти, что так прям просто тебе раз и в лотерею-то выиграл. Ну, не знаю. В общем, к чему я это? Что сестры потом скажут 100%, что вот вы там были, а нам даже лотерею не привезли. То есть придется им покупать тоже одну хотя бы на всех. Ну, это не мои проблемы. Я своим сказала. Мои знают все, и вы знаете. А его родственники никто не знает. Ну, это его родственник мои. Опять муху увидел. Там муха сидит на телевизоре, и он ее увидел. Ай. Так, ладно, буду с вами прощаться, допивать чай, он, наверное, уже нафиг весь остыл в этой банке. Вот, ну и все, как говорится, в ожидании, в настроении повышается, в общем, слово какое-то, которое у меня тут есть, а высказать я его не могу. У вас такое, кстати, бывает? Особенно, когда два языка, иногда думаешь, это слово русское или это слово испанское. Да, бывает и такое. Ладно, будем с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего и пока-пока!